Так, ребят, всех приветствую. Ну что, третья часть прохождения игры Вальхельм. Так, что у нас новенького? А новенького у нас много чего. Много чего. Давайте, говорится, постепенно, не спеша с этим разбираться. Так, у нас здесь стол картографа. Это добавляет точки, которые мы там отметили и пришли, я так понимаю. Мы сделали с вами новый домик, так как старый был маленький, он, в принципе, не нравился. Так само тут все два этажа. Пока мест так. Пока без меня этих ящиков хватает. Так, что у нас тут есть на уличке? Ну, открывай. Так, у нас появился с вами улик. Мы можем мед добывать. Появился казан. Здесь у нас будет огородик самый маленький. И давайте смотреть. Появилась ферма. Вот у нас теперь с вами есть хрюшки. Сейчас как к ним зайти. Вот, теперь кабанчиков разводим. Видит? Кабан любит меня. Ля-ля-ля-ля. Чисто, как говорится, ставьте лайки, если вас тоже любит кабанчик. Мы теперь сможем выращивать и добывать с вами шкуры и мясо. Только их нужно кормить постоянно. Чтоб больше, как говорится, было у нас с вами кабанчиков. Так, поймал я оленей. И не спрашивайте, как. Это было очень сложно, очень трудно. У меня было часов 5, наверное, свободного времени. Мы с вами таких подняли. Приручить мы их не можем, но... Чисто ради антуража. Чисто ради антуража. Пусть будут. Не знаю, потом, может, как-нибудь отпустим их. Так, что у нас еще есть из новенького? Давайте смотреть. Давайте дверки закроем. Так, где? Вот. Из нового у нас появился портал. Да, сейчас покажу по пенни-карте. Короче, исследовал я этот островок. Нашел я торговца, где мы можем потратить с вами золото. Обегал я карту. И вот, где второй древний. Так, это нам не надо. Я где-то минут 40, наверное, на плоту плыл сюда. Так что пришлось там построить телепорт. Сейчас отправляемся к новому боссу. Не знаю, получится либо его завалить с помощью лука, стрелов и мечей. И, по-моему, там нужно будет ему принести голову кабанов, если я не ошибаюсь. Если я все правильно понял, то там голова кабанов должна быть. Так что давайте посмотрим. Сейчас я попробую покормить наших кабанов. Но, по-моему, грибы эти не едят. По-моему, только красные едят. Ну ладно, пусть будет. Так, давайте закрывать. Давайте перекусим. Давайте попробуем разобраться со вторым боссом. Даже если не получится, то мы всегда сможем построить еще один телепорт на нашем новом острове. Вот, вот как это все выглядит. Я так понимаю, что нам нужно было бы, наверное, копия здесь поставить. Если наш новый босс захочет сломать нам... наш телепорт. Ну ладно, думаю, справимся. Ну что, побежали? Говорится, но если не получится, значит не получится. Только можно мне здоровье восстановить. Говорится, можно мне восстановить здоровье, пожалуйста. Потому что 43 будет маловастенько. Так, и надеюсь, я правильно понял, что нам нужно будет сейчас головы кабанчиков, чтобы вызвать второго босса. Так, бегим. 52 есть уже, хорошо. Вот где наш второй босс. Да, у нас с вами латы новые, видите, наколенники. Все, да? Да. Из бронзы. Меч и щит из бронзы. Хотя деревянный мне больше нравился, не знаю. Бронзовый щит что-то как-то вообще не тащит. Деревянный больше урона принимал себя, чем бронзовый. Так, ну, это вроде морда кабана, правильно? Или нет? Или это не морда кабана? Просто они так далеко находятся, а приблизить я не могу. Ладно, давайте попробуем.
Говорится, давайте попробуем. Если не морда кабана, тогда я без понятия. Так, семерочка, семерочка. Семерочка. Ничего не подходит. Ага, не подходит, да? Тогда что? Тогда это кто? Что это за морды? Вы кто? Неужели, как говорится, я не угадал? Я просто вчера ночью это смотрел. На эти все морды. Тогда что это? Ладно, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Верстак можем мы тут поставить? Может поставить верстак и залезть повыше? Блин, хоть бы подсказку дали. Ну, смотрите, из подсказки здесь чисто... Сожгите их, молодняк. Кого молодняк? Кого сжечь? Что от меня хотят? Вот чья это морда? Ладно, давайте попробуем завалить оленя. Не факт, конечно. Так, стой, Бэмби. Давай. Давай сюда. Есть голова? Головы нету, есть шкура только, да? Есть только шкура. Ага, а я думал, будет все проще. Думал, будет все проще. Только не говорите, что это волки. Только не говорите, что это волки. Ладно, давайте попробуем по-быстрому. По-быстрому это сделать. Да, держу в курсе, нужно быть аккуратным, потому что вас сбреет бревном. Здесь урон чисто от всего есть. Ты чё бросайся? Вот скажи, пожалуйста, ты чё бросаешься? Ты чего бросаешься? Слышь, ребятки, может, у вас надо, не? У вас там... О, здорово. Здорово, тролль. Ладно. Давайте побегаем. Давайте посмотрим. Да, по-любому. Так, ну так как это неразрушаемое, можем тебя немножко и поразводить, да? Да, можем, только главное не подставляться. Главное теперь не подставляться. Слышь, тролль, а может тебя нужно сжечь или нет? Как ты думаешь? Месье тролль. Да, почти попал. Так, у нас выносливости нету, хорошо. Можно было, конечно, мечом бы пробовать его рубить, но у нас пока мисс еще нету с вами нормального сопротивления от урона. То есть щит мы с вами еще не прокачали. Ну, я думаю, мы и так с вами справимся, правильно? Значит, тоже, так сказать, не пальцы деланные. Опа. Да, тоже не пальцами деланные, так что... Не-не-не. Ты, конечно, молодец. Ты, конечно, молодец. Так, а можно, пожалуйста, без вас? Можно? Мне тут как бы и без вас тут хватает проблем. Так, тихо. О, промахнулся. Молодец, умничка. Продолжай в том же духе. Не-не-не, все. Слышь, тролль, а ты не знаешь, кого тут сжечь нужно? Это не ты, случайно, не? Не твоя голова.
Не твоя головушка ли тут должна участвовать? Все, 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 прекращай. Ну, что ты начинаешь? Нормально же общались. Нормально же общались, успокойся, все. Все, умничка, молодец, ляж поспи. Как там была поговорка? Если хочешь поработать, ляж поспи, все пройдет. Так, хорошо, давайте смотреть, голова тролля есть у нас? Головы тролля нет, да? Так, а эти штуки? Ничего не подходит, хорошо. Пятерочка. Семерочка. Угу. Ну и ладно. Так, давайте, наверное, ребят, сейчас я разберусь, кого нам нужно здесь приносить, как говорится, кого нужно сжечь. И тогда возобновлю запись. Все. Криса, не расходимся, скоро буду. Так, ребят, криса, не поверите, для вас прошла секундочка. Для меня, в принципе, тоже. Так, бежим обратно. Нам нужно здесь будет с вами сжечь семечку. Да-да-да, это не кабанчик. Это не морда кабанчика, это семечки. У нас вроде есть с вами семечки. Так, давайте пособираем. Чтобы покормить наших кабанчиков. И побежали. Так, где наш телепорт? Где наш телепорт? Блин, надо на телепорт поставить меточку, наверное. Да, тут же у нас, по-моему, телепорт находится. По-моему, тут-то. Если не ошибаюсь, то тут-то. Вроде у меня даже есть эти... Да, здесь находится. Вроде семечки эти у нас даже с вами есть. Сейчас покажу, какие семки. Что от нас требует... Но зато получили, как говорится, это, как его, шкуру тролля. Все. В телепорт. Так, хорошо. Давайте смотреть. Давайте, наверное, отдохнем. Чтобы мы утром могли к нему бежать, к нашему боссу. Во, поспим немножко. Все, доброе утро, хорошо. Так, давайте возьмем, наверное, еще стрел с собой. Еще стрел возьмем с собой. Эти все штуки мы положим на место. Так, кожа тролля. Это что у нас, смола? Угу. Так, где у нас тут монетки? Монетки у нас здесь. Потом как-то сходим к этому, к торговцу, посмотрим. Ну, торговца вроде только чисто этот есть. Удочки. Какая-то шапка и все. Так, а где же эти семки? По-моему, где-то... Вот они. Вот эти вот. Древнее семя. Угу. Древнее семечко у нас есть. Так, это нам сюда. Одуванчик. Так. Раз. Два. Даже дерево добыли. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Давай елку сюда. Камень у нас здесь. Ну, камень у нас уже много. Уже камня чересчур много. Давайте покормим кабанчиков и побежали. Так, бонжур. Доброе утро, ребят. Что у нас? Мед есть? Да, мед есть. Две штучки. Хорошо, отлично. Отлично, отлично, отлично. И кусочек мяса. Вот сюда. Блин, нам третьего чего-нибудь, наверное. Для еды. 8 минут, тем более. Так, здоровье 8. А это сколько на здоровье? 35. 30. А ты сколько даешь? Здоровье 8. Ладно, пусть хотя бы 8 будет. Хорошо. Побежали. Сейчас починим инструменты.
Починим броню. О, отлично. Все. Поехали. Поехали к нашему боссу. Было прикольно, если бы это был бы босс-молокосос. Я порнул бы, конечно. Если бы они до этого додумались. Но я думаю, такого не будет. Так, побежали. Я, конечно, не уверен, что мы с вами его подтянем сейчас. Тем более с нашими стрелами. Ну, постараемся. Но прошлый босс у нас получается... Это что такое? Что ты начинаешь? Вот что ты начинаешь? Крица, ну я ж не к вам иду. Так, пока мне это все не надо. Это будет занимать лишнее место у нас. Так, ну прошлый босс у нас с этим, как и электричеством, долбил нас. Интересно, что будет делать этот. Этот островок, конечно, еще не оббегал. Не поверите, я свой остров, где я живу. Вот это вот все. Вот это вот все. Я прошел где-то часа за два реального времени пешком. Потому что пока ресурс собрал, вернулся на базу, пока мест туда-сюда, и как бы реально 2 часа времени ушло. В никуда. Никуда мы так с вами не дошли. Если будете плавать на плоту, запомните, что лучше не надо. Лучше, как говорится, сидите дома и смотрите наши видосики. Так, все, поехали. Есть, да? Вызвал. Хорошо, берем лук. Берем лук и смотрим на босса. Так, кто ты? Угу, древний. Привет, древний. Интересно, тебе стрелы хоть что-то какой-то урон наносит или нет? Ты серьезно? Оно тебе надо? Да, долго я буду это делать с вами. Слушай, если... Слушай, это не против, если ты тут постоишь просто? А, ты еще ходить, да, можешь? Ты еще ходить можешь. Понял, принял. Ты еще ходить можешь. Хорошо. Слышь, помощничек, а ты можешь отстать от меня, пожалуйста? Так, и ты можешь не лагать, если тебе не трудно, можешь не лагать. Не-н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 е. Говорится, не попал. Не ври, не попал. А я попал, да? Да. Я знаю, что лук, в принципе, не очень была умная идейка. Слышь, а у меня другая идейка. А мне интересно... А давайте попробуем. Давайте попробуем ее реализовать. Я, конечно, понимаю, что он может... Может быть, хитрее и не повестись на мою идею. Он за мной идет или нет? Интересно, идет ли он за мной? Или не идет? Где он вообще? Алло, древний, ты где? А, вон ты где. Понял. Ты, наверное, за мной не пойдешь. Слышь, так нечестно, алё. Да нечестно так, не-не-не. Всё, потихоньку, помаленьку. Потихоньку, помаленьку мы с тобой разберемся. Можно было, конечно, попробовать с мечом к тебе подбежать, но что-то мне не хочется. Да, чувствую, это долго будет.
Чувствую, это было долго, ребят. Так, ага. Да-да-да, я ж там же стою, да-да-да, по-любому. Умничка. По-любому. Ой-ё. Тихо-тихо, а чё ты ж такой быстрый, слышь? Погоди, так нечестно. Стой, так нечестно, чё ты такой быстрый? Ну-ну-ну, началось. Всё, прекращай. Так, а можешь убрать свои щупальцы, пожалуйста? Можешь, пожалуйста, убрать свои щупальцы? Так, если бы я еще попадал бы, было вообще бы хорошо, да? Да, по-любому. Так, все. Уходим. Так, Хьюстон, у нас проблема. 26 хп осталось. 26 хп осталось. Так, я понимаю, следующий босс, мы на следующего босса с луком не сможем пойти. Нужно будет либо меч прокачивать, либо я не знаю. Ну все. Началось. Ля. Слышь, Грут, а тебе не стыдно вот это вот? Ломать деревья. Не? Ну что могу сказать, больше половинки уже... Ой-ой-ой, прибежал, ля, помощник, мамин помощник, пришел, говорит, на. Говорит, тебе ж так же ж легко его побеждать с одним луком, правильно? Давай я еще помогать буду. Ой, ну единственный плюс, то что он мне много деревьев тут понасрубал, что можно будет спокойно себе потом отстроить еще один коттедж тут. Все. Хватит. Слышь, а ты куда уходишь? А я тебя не отпускал. Да, реально, единственный плюс, то что нам не надо будет с вами потом рубить деревья. Ля, сколько много. Может по всему лесу так пробежать вместе с ним? А, все? Нету камушка, да? О, грибочки. Так, пока не забыл, мне нужно кормить хрюшек, так что я таки извиняюсь. Босс боссом, но хрюшек кормить мне нужно. А как ты достаешь, скажи, пожалуйста, вот как ты, падла, достаешь? Все? Ты устал? Ля, ну такими темпами мы его сразу сейчас победим. А куда летит? Это что такое? Куда снаряд летит? Так и хочется сказать, Картося, ты чё? Куда летит снаряд? Что у меня с луком? Нормально. Больше половины хп еще. Во, такими темпами мы с вами сейчас лук еще прокачаем. Все, проснулся? No. Так, отлично. Так, надо будет здесь на острове шипами обставить все, чтобы к нашему телепорту не подходили и не ломали его.
Пока мы, как говорится, не тута. И последняя стрела. Во, хорошо, шикарно, ребята. Мы таки справились с вами. Не, я понимаю, что, может, разработчики как-то по-другому рассчитывали, что я буду это делать, но... Крыльца, увы. Увы и ах. Так, что ты мне дал? Скажи, пожалуйста, что ты мне даешь? Трофей древний. Так, у нас с вами появился ключик какой-то. Болотный ключ. Ага, ага. И где мне болото искать? Где мне искать болото? Где мне искать теперь болото? Это хороший вопрос. Ну, надеюсь, это на этом острове. Так, давайте побежали домой. Побежали домой. Блин, сколько всего тут залутать надо будет. Побежали домой и... отнесем трофей наш. Так, это сюда. Все, отлично. Я так понимаю, каждый раз, когда нам понадобится теперь ключ, мы с вами вызываем этого монстра. Правильно я понимаю? И забираем ключик. Но ключик нам, по-моему, нужен, чтобы спуститься в подвал какой-то и найти металл. Кто это тут? Кто-то балуется. Ребят, я только что игру-то завалил. Думаете, я вас не завалю? Думаете, я вас не переиграю? Думаете, я вас не уничтожу? Так, бегим домой. Бегим домой. О, здорово. Как оно? Во, по поводу, видите, по поводу бронзового щита. Деревянный мне лучше нравился, потому что он лучше сдерживал удар. Может, конечно, у меня еще он не прокачанный. Может, из-за этого... все может быть. Но мне, как говорится, на своем острове с каждым разом все труднее и труднее приходится находить ресурсы, чтобы делать бронзу. Так, побежали домой. Побежали домой. Во, отлично, отлично, отлично. Так, теперь давайте что сделаем мы с вами. Починим наши вещи. Починим наши вещи. Закинем, наверное, всякое барахло ненужное нам в сундуки. Ну, чтоб лишний груз, как говорится, не таскать с собой. Так, что у нас с вами есть такое, что мы можем закинуть? Камушки, 8 штучек влазит. Нет, не влазит, все. С камнями больше мы не будем собирать. Кости понадобится. Понадобится. Елочка, шишечка. Где-то я тебя видел. Вот и елочка. Давайте еще 4 штуки сюда положим. На всякий пожарный случай. Пригодится по-любому. Так, нет, обычное дерево у нас хранится в другом месте. Вот оно. Не, погоди. Погоди, перепутал. Древесина, вот. Давай сюда. Во, вот так. Елку сюда. Вроде все. И, наверное, чтобы не потерять, наверное, ключик мы с вами тоже сохраним, пока мы с не найдем болото. Так, ключик у нас будет с вами тут. Все? Вроде все. Да, идемте. Идемте покормим наших кабанчиков. Привет, зайки. А я только что монстра победил. Говорится, поздравьте меня. Я вас тоже люблю. Все, мур-мур, побежали. Говорится, побежали. Да, вот, немножечко, говорится, обеспечил безопасности кольями. Я понимаю, что здесь, в принципе, нету кому на нас нападать. Мы одни на серваке, но... для антуража, так сказать, пусть будет. Так, бегим, повешаем голову. Далеко нам бегим? Вроде нет. Так, вот сюда, да. Все, сюда и бегим. Да, так что кто надумает приручать... О, а ты мне нужен, да. Вот твои ножки вкусные. Они придают нам, кажется, силы. Кто надумает приручать оленя, это бессмысленно.
Кабанчиков еще можно, да, но кабанчиков нужно постоянно кормить. Кабанчиков нужно постоянно кормить, чтобы было больше... больше мяса. И да, самое интересное, что, к примеру, обычным оружием вы теперь кабанов не сможете убивать в загоне. Вам нужно будет делать нос. Вам нужно будет нос сделать, да. Нож мясника нужно будет сделать. Потому что если вы будете просто обычным топором там махать, то... то от этого ничего не получится. Не сможете зарубать их. И получить мясо и шкуру. Ну это так, на всякий пожарный случай, мало ли может. Будете играть. И да. Сейчас хотел показать. Если начнете, к примеру, на моем острове, там где я нахожусь, то лучше вам... вот с этого... сейчас, секунду, я на паузу нажму, чтобы нас никто не нападал. А, не получится, да? Ладно. Ладно, придется этого, знаешь, победить. Вам придется с этого вот места, с островка, садиться на плот и уплывать. Потому что если вы будете со своей базы плыть, то это будет очень долго. Плот медленный. И в реальном времени, реально, вы можете на это час потратить. Да, по поводу плота. Там есть... ветер, ну как и в обычной жизни. Если вы плывете на парусе и ветер дует вам прямо в лицо, то вы будете стоять на месте. Так что, когда вы запрыгнули, к примеру, на плот и тут нажали на Ешечку, будет с правой стороны, у вас будет руль такой рулевой, то не нажимайте вперед, ну, то есть W не жмите, потому что откроется парус. Если ветер будет не в вашу сторону, вы никуда не уплывете. Просто нажали Ешечку справа и вправо-влево, а оно само по себе плывет. Потихоньку, помаленьку, конечно, но все равно плывет. Потому что первые минут 15 я стоял, тупил, пока до меня, как говорится, не дошло. Ну что произошло? Так, а я не туда бегу. А я не туда бегу, да? Да, вот нам туда надо. Сейчас заодно и кабана полутаем. Во, вон сюда надо. Кстати, пока бегим, как говорится, как вам игруля? Сами играете в эту игрулю? Если да, то как давно? Пишем, не стесняемся, потому что вижу, что люди смотрят, но ни комментариев, ни лайкосиков, никакой, как говорится, общительности нет. Так что не стесняйтесь, пишите. Может, будут какие-то советы для третьего босса. Может, я что-то неправильно делаю. Всегда буду рад, как говорится, почитать. Так, привет, Бэмби. Привет, Бэмби. Прости, но... мясо мне надо. По поводу шкуры нет. У меня их много. Вот мяско, да. Так, вот он. Вот он. И куда мне второго босса вешать? Куда мне вешать второго босса древнего? Так, это не то, да? Это ты, древний? Да, есть. Павший принесен в жертву. Отлично, 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 отлично. Нам будет какой-то бонус от него или нет? Так, царь лесной. Что леса самого древнее? Ага, понятненько. А можно ли мне какой-то бонус или нельзя? Блин, как же все-таки эпично смотрится ночью это все. Так, что у нас осталось? Раз, два, три, четыре. Четыре штучки, да? Правильно понимаю? Да, еще четыре босса. И, в принципе, как говорится, мы с вами прошли игру. Но тут ходят слухи, как говорится, что можно будет забраться как-то сюда на это дерево. И там нас будет ждать еще один босс, я так понимаю. Надо будет это проверить. Так, ладно, ребят, наверное, на этом серию закончу. Не знаю, если будет что-нибудь интересное, я еще включу запись и добавлю к этому. Если нет, то, в принципе, до следующей серии посмотрим. Либо будем искать третьего босса, либо будем делать себе, знаете, какие металлическое оружие, металлическую броню. Так что все. Всем пока-пока и до потом, ребят.